сзади меня поезд фюзеляжем самолетов. Это Боинг 737, такой Боинг их перевозит. Вот, фюзеляж, и там целый поезд, их, наверное, штук 10 вагонов. На платформах сидят прямо целиком самолеты, целиком фюзеляжи. Вот, им осталось только приделать крылья, хвост, шасси. И потом тоже получится самолет, когда его соберут полностью на заводе. Завод Боинга находится здесь же, в Эверете, где-то в километрах 40 от Сиэтла. Вот мы поймем для кого эти самолеты. Это Spirit Airlines. Наконец-то вагоны поехали. Самолеты поехали, наверное, на другой завод, а мы будем собирать дальше. Потому что завод Боинга находится вон там, в Эверете. Интересно, едут они оттуда, туда, в сторону Орегона.